Алкоголь – незримый враг. По данным Всемирной организации здравоохранения, от его чрезмерного употребления в мире ежегодно умирает до 3 миллионов человек. Этиловый спирт становится причиной разных проблем. Свыше 90% дефективных и умственно отсталых детей рождаются на свет от выпивающих родителей. А каждый литр среднедушевого потребления приносит в год 10-12 тысяч изуродованных младенцев. О том, что проблема алкоголизма глобальна, говорит не только ВОЗ. Тревогу били десятки лет назад. Согласно Большой советской энциклопедии, алкоголь относится к наркотическим ядам. При остром опьянении он действует прежде всего на нервные клетки головного мозга, вызывая паралич центра внимания и самоконтроля. О его вреде неустанно твердят и врачи. В результате алкоголизма страдает весь организм. Это разрушение желудочно-кишечного тракта, это разрушение печени. Кроме организма, алкоголем разрушается и психика человека. В процессе систематического употребления спиртного напитка деградирует личность человека. Важно донести, что алкоголь приносит кратковременное удовольствие и калечит наши судьбы людей. Так, в регионе в рамках недели отказа от алкоголя проводят тематические мероприятия в медицинских организациях с целью повышения осведомленности населения о последствиях потребления алкоголя. Личную профилактику необходимо проводить, начиная со школьного возраста. На этом этапе важно донести до человека, что, естественно, алкоголь – это очень вреден для нашего организма. Последствия алкоголизма порой настолько ужасны, что стоит лишь обратить на них внимание человек, чтобы сформировать отвращение к алкогольным напиткам. Независимо от того, почему человек употребляет алкоголь, чтобы расслабиться после работы или отвлечься от проблем, исход один – болезни, а возможен и смертельный исход. Именно поэтому важную роль в жизни человека играет его социальное окружение. Это подтверждает и молодежь Ингушетии. Отрицательно отношусь, конечно же. Для мальчиков, естественно, для парня это альтернатива спорт, заниматься спортом. А для девочек очень много других увлечений, также учеба, мне кажется, в первую очередь. Ну и хобби какие-то там, книжки читать или что-то такое, прогулка на свежем воздухе, опять же, чем-то таким занять себя. Или с религиозной стороны, если смотреть в этом вот направлении, чем-то читать Коран, к примеру, вот таким чем-то надо заниматься, мне кажется. Алкоголизм – это проблема не только для злоупотребляющего, но и для окружающих. Ежегодно по вине нетрезвых водителей в авариях гибнут тысячи людей. Недаром считается, что пьяный за рулем – потенциальный убийца. Это важно осознать. Хавагагиева, Ализязиков, Магаз, 24.